В Савеловском районе введен в эксплуатацию жилой комплекс «А-Алта». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу подробности. В пресс-службе Мосгостройнадзора сообщили, что жилой комплекс «А-Алта» введен в эксплуатацию в Савеловском районе Москвы. Отмечается, что в новостройке 177 квартир, а общая площадь объекта составляет 18 100 квадратных метров. На первых этажах планируется расположить банк, магазины, салон красоты, а также фитнес-клуб и детский клуб. В пресс-службе добавили, что подземный паркинг рассчитан на 139 машиномест. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!